и любуемся всегда. Гордиться надо, то помощник, то, что надо, и таким гордиться надо. Thank you.
Thank you.
Чтобы мне карликом не быть, тебе не птицей, нам за советом нужно к маме обратиться. Все травы и коренья мама знает. Беги же мне скорей, пусть мама выручает. Волшебные надену туфли-скороходы. Я так и знал, ты вор-преступник ловель. Хотел украсть ты книгу колдовскую. Я королю на вас составлю докладную. При нем нет слова колдовству и ворожбе. А туфли эти забираю я себе. Ничего не получилось, и попали мы в немилость. Гретта, потерпи, не плачь. Туфли, эй, быстрее, встать! Как мне это прекратить? Как мне их остановить? Не бегу я по природе, мои силы на исходе. Помогу остановиться, и я от них освободиться. Возьмите, бедный мальчик,
сказать. Я имя вам могу назвать. Я знаю, где принцесса Грета. О, карлик сказал, я жду ответа. Прошу на слово мне поверить, освободить от суеверий. Хочу спасти себя и вашу дочь. Встать не с места, руки прочь. Освободиться ты не мечтай, немедленно рабство отдай. Погибнет Грета, ты имей в виду, рабство отдай, и я уйду. Если я отдам траву ей в руки, не избежать дальнейшей муки. Решиться нужно мне, и все пройдет, и колдовство навеки пропадет. Я только попрошу вас всех помочь, да будет свет, навеки сгинет ночь. Отдайте рассеку, ответ простым. Так простим его! Простим! Вот мой вот поворот. Слушайте
есть честной народ. Мне смотритель намекнул, объявляю всем отгул. Но прокурсик не ленится, все присадки веселится. Спасибо, Саша. Я сейчас... Тетяня, это не специально. Тетяня. Чтоб знала.
Ты меня рассмешила в первом день, в первой картине. Не, ну, не я не такой, тетя Аня. Ну я, там же, когда я... А я неожиданно сидел так, тетя Аня. Я думаю, ничего тебе. Я же типа меня отталкивает, я такой, тетя Аня. Конечно, я старалась. Молодец. Надеюсь, я должна сказать, понравилась тетя Аня или нет. Тетя Аня. Я и махала, они меня ж не знают. Ну, Марьяша ж меня не знает. Ну, Марьяша, ничего ей. Тетя Аня. А вы включаете, или он сам отключает? Хорошая спектакль, мне нравится. А, мы сюда можем пойти? Да, в порядке. Ну, Гордилиана, хорошо. Спасибо, Анечка. Тебе тоже. Спасибо, взаимно. Тут же тетя Аня. Очень хорошая сказка. Да, спасибо. Все смотрится, все за спасибо. Только надо платье тебе украсить, потому что, наверное, жаркий вниз. Я не знаю про платье, все хорошо. Да. Сказка замечательная. Хорошая. Спасибо. Хорошая, да. Так. Нет, нет, Игорек. Ничего не брал. Я с носом хожу всего 3 минуты и не могу. Ты, блин, весь спектакль. Ой, ты, вообще... ну пол спектакля точно. Ну тяжеловато, оно давит, блин. Давит. И на глаза, и на... У меня глаз потек. У меня слезы были, сопли текли. Ну мокрый капитально. Да. Хорошо. Спасибо, Сид. Ася, я даже микрофон собрала. Да так хорошо воюю сделать, что она пока не выставила. Ой, я не сюда, наверное, зашел, да? Наверное, я не в свою. Точно. Цвета такие белые розы. Саша пришла, орхидею подарила на спектакль. Это Аня Лагачева. Оля купила ей цветы. А где Аня Лагачева? Анна. Я предлагаю Алене позвонить, сказать, чтобы мы начали раньше, тогда она точно вовремя. Ну да, это так. Анна. Это вам от Николая. Такие розы. Не пустили их на сцену, они принесли сюда к черному входу. Боже, я знала, красиво. Боже, как спасибо, Колечка. Ну, я вообще в шоке. То есть поклонник твой, да, ему очень нравится, как ты работаешь, как выступаешь, спасибо и твой голос. Слушай, все. Я его должник. Да перестань. Колечка, спасибо. А я думала, что вы уже ушли. Не-не-не, у нас же еще мистер Икс полностью. Понятно. Так что мы еще работаем. Понятно. Давай, спасибо, пока. Спасибо. Да, да, хорошо, Аня. Анна. Ну ты... Спасибо. Не мазай, что Аня. Аня довольна? Оля цветы купила и букет. Ему нравится, как она выступает. Ой, Люся, можно я воды хлебну? Я просто умираю, пить хочу. Много пить, да, просто воды. Фильтрушечки. Еще? Угу. Давай. Ой, как суху землю. Вот тебе. Спасибо. Как суху землю. Пишу я все. Так, интересно, бабинка пришла. Когда ты придешь петь, там просят опять, где Леша, когда? Приходи. Спасибо. Сегодня большое. Какой день? Сегодня суббота. Ничего там такого, нема у тебя никакого спектакля. Суббота. Сегодня суббота? Угу. Давай на следующую неделю. Давай посмотрим. Субботу или воскресенье выберешь? Что как там что там по спектаклям? Ничего нету. У меня день рождения мамы 4-го. Надо там кружки подготовиться. Конечно. Ну, на той неделе уже. В субботу. Приходи. Приходи, просят, да, пишут. Когда уже хоть Леша нам придет, споет. Ты сам не поешь, так хоть Леша. А что ну, что на нарушение, знаешь, где снимаешь трансляцию, потом удалять надо. Ну, а что смысл? Хочется, чтобы что-то такое, чтобы оно осталось, а не оно пропало, знаешь. Спел и тут же удалил. Ну, как-то так, не знаю. Мне жалко, что я пою и удаляю. Никакой памяти для потом. Да. Аня, ты должна была взять колбас? Тетя Аня? Когда у меня тетя Аня напал, я спел. Тетя Аня, я такой еще... Тетя Аня, еще микрофон. Так он ко мне подходит, слушай. А я стою так, не кушайте, мальчики. Я, слышу. Когда вас слышишь, Игорёшка, ну, поделилась этой Викторией Евгеньевной, дала шоколадочку, я приплыла, потому что молоко вам. Не надо, у нас все есть. Садись. Я дам, что-то у меня там... Аня. Хочу с вами побыть, девочка. Тетя Аня. Это не одна, я не знаю. Слышишь это...
Сейчас, подожди, у меня где-то был мандаринчик, во-первых. И да, и экологически чистые яблочки. С червяками, в смысле? Нет, какими червяками? Ну, говорят, экологически чистые, они с червячками. Я просто отдала, там еще где-то. Бери сыр. Спасибо. Не, ну просто я там стояла. Ты берешь пирожок. Стояла, не меня подвезли. Я не. Можно апрель. Это мне был. Женщина, что убирает в квартире. Вот, она купила целый блок. Это домой, Леша, это Севереночка. Это такие, как Игорюшка Притаскиваю. Вот, чтобы я тебя видел. Конечно, ты же меня увидишь. Ну,